Всем привет! Мы с вами уже варили кашу овсяную, пшенную, гречневую, манную, рисовую. А сегодня продолжим эту тему. Тему каш. И сварим кукурузную. Да с курагой. Будет очень вкусно. Поэтому ставим лайк, проверяем подписку и погнали! И нам понадобится крупа кукурузная 250 грамм. Из этого количества, кстати, получится ровно килограмм каши. Жидкость 800 грамм, 400 воды, 400 молока. Можете полностью взять только воду или только молоко. Соль 5 грамм, сахар 10-20 грамм. При подаче мы добавим сливочное масло 30-50 грамм на весь объем каши и курага 40-50 грамм на каждую порцию. Ну, конечно же, ориентируйте эти два ингредиента по своему вкусу. Или вообще замените курагу на чернослив или изюм, или вообще свежие фрукты и ягоды. Обычно варка каш начинается с промывки крупы. Но манная и кукурузная крупа – исключение, их предварительно не моют. Поэтому сразу же наливаем в сотейник воду, доводим до кипения, затем будем вводить крупу. Как только вода закипит, вводим крупу и будем варить, периодически помешивая на сильном огне 7-10 минут. До тех пор, пока крупа не вберет в себя всю воду. Затем в отдельном сотейнике поставим разогреваться молоко. А доведя его до кипения, всыпаем соль, сахар, перемешиваем и отправляем в основную кашу. И будем варить еще 15 минут, но уже на слабом огне и под крышкой. Пока каша варится 15 минут под крышкой на слабом огне, мы зальем курагу кипятком. Пятнадцать минут прошло. Выключаем огонь и даем каше напреть настояться еще минут 10. Мы пока нарежем курагу. Готово. Пробуем. Насыщенный кукурузный вкус со сливочным привкусом и в сочетании с курагой — это идеальный завтрак. К тому же он такой яркий, солнечный. А не только вид этой каши поднимает настроение. Ну а вкус — это непередаваемо. Если вы любите кукурузную кашу, то в сочетании с курагой вы полюбите ее еще больше. Вот такая яркая, вкусная, полезная каша у нас получилась. Обязательно готовьте и не забывайте присылать мне свои фотоотзывы ВКонтакте. Все ссылки в описании. До новых вкусных встреч. Пока-пока.